Добрый день, уважаемые подписчики. Ну вот такой будем автомобиль восстанавливать. Сейчас забираем его и отправляем домой. Двигатель работает. Сам не на ходу. О, салон прибрали, да? Да, жена отбиралась, теперь требует деньги. Все перетянем, все перекрасим, все сделаем. Ну, в принципе, состояние такой автомобиля. Лишнее все разгрузим. Юра, ну что у вас с бытовыми трубами еще думаете? Да я-то что, нормально стал? Ну я собаку покажу. Так смотри, Юра. Ну что, не такой он и страшный. Северный олень. Даже задние сидушки еще у него есть. Ремни уже. Нет, родные. Ремни еще родные. Как назовем проект? Пока еще не придумали. Но это будет наше начало. Жигулевский уже какой-то подсос стоит переделанный. Ладно, забираем, везем домой. Грузим красавца на эвакуатор. Добрый день, уважаемые подписчики. Привез я домой Land Rover. Теперь мы будем подбирать, искать, заказывать на него комплектующие, то, что не хватает. Машина простояла, по информации, которой владею я, больше 3 лет, вообще недвижимо. Стояла она под деревом в саду. Немножко человек сполоснул, помыл, придал ей божеский вид. Выглядит она, в принципе, неплохо. Только мы ее шевельнули, выкатили из сада, погрузили на эвакуатор, привезли и вот поставили здесь. Побежали все в ней сальники и переднего моста, и заднего моста, и рулевого редуктора, и двигатель, смотрю, побежал, хотя все было сухо. Резина вся высохла, поэтому перебирать надо будет полностью. Также будем снимать мосты, перебирать, рессоры перебирать, раму красить, кузов. Ну, процесс не быстрый. А так как еще запчасти на нее, это, скажем, эксклюзив, все это заказываться будет через eBay. Но самое, что приятное во всем этом, двигатель-то заводится.
Вот так работает двигатель у автомобиля 82 года выпуска. Без подсоса. Подсос здесь сломан, переделан на Жигулевске, но не работает. Будем перебирать. Тормозов автомобиля нет, так как вот вы видите, вакуум снят, главный снят. Сцепления у автомобиля нет. Эти детали заказали. Сейчас будут подходить. Также развалилась пробка радиатора, развалилась. Надо ее тоже будет заказывать. Патрубки дубовые стали, надо будет заказывать. Воздуховод, все это будет заказываться. Почему я и говорю, что процесс будет не быстрый. Вон редуктор был сухой, видно, что все с него закапало. Также с переднего редуктора он с сальника закапало. Раздатка вся мокрая. Коробка потекла. Но рама не гнилая. Коррозия есть, но она не гнилая. Получается... 52 тысячи миль пробег. Не знаю, насколько он реальный. Сиденье дермантин на ткани. Весь дермантин отсыпался. Осталась практически одна ткань. Это вот такое запасное колесо. Резину будем выкидывать. Диски пескоструить и красить. Заднее стекло, видите, приклепано на герметик. Тоже надо будет на резинках родное заказывать. Боковые стекла, вот те родные. Вот это родное, а вот это не родное. Его тоже надо будет заказывать. Зеркала не родные заказывать. Ну, много чего, много чего. Нужно делать. Процесс реставрации начала. Назовем этот проект начало. Будем стараться и будем смотреть, что у нас будет получаться. Ну, проект интересный. Вот такая штучка.